мои вечерние огоньки, свечи. Елочки, лампа. Да, вот это красота. Такой сюрприз, вот предрождественский. Снег, огромные хлопья. Вот не вижу, хорошо ли смотрится. Нет, видно, да, на камере. Огромные-огромные хлопья. Ой, это красота такая. Везде бело-бело. Мело-мело. По всей вселенной. Как красиво. Необычно, как в детстве. Мне кажется, такой зимы уже давно не было. Вот такой со снегом, мягкой. Очень красиво, здорово, просто как в сказке. Можно любоваться долго-долго, прям медитировать, как на огонь. Красота. Красота. Народу мало. Народ забоялся такой погоды, а она так прекрасна. Очень красиво. Как приятно предновогодняя суета. Столько красивых вещей стало. Конфеты, какие упаковки красивые. Маленькие такие в золоте. Красота. Вообще много красного и красный цвет и золотой. Прям как на Востоке. Скоро как китайцы будем. Ой, как красиво. Очень красиво. Красота. Ага. Бывает ли у вас так, что мужчины вам делают сюрприз? Посмотрите, какой стол могут сделать мои мужчины любимые. Даже не поверите. Котлеты куриные, бутербродики, овощи, рыба. Это сайда, по-моему, сайда. Ага. И вино. Здорово, что называется, праздник по душе, а не по дате. Рождество, вот католическое, прямо вот скоро будет. Но вот такой сюрприз бывает, делают люди, которые желают добра друг другу. Ура! Праздничек удался. Угу. И свечи горят. В общем, супер-супер, молодцы. Спасибо, мои дорогие, спасибо, что вы есть.